Две чайные ложки серебряные в идеальном состоянии, с блеском. Можно посмотреть поближе. Ни разу не использованные. Советские, 875 пробы. Предположительно 50-х годов. Вот здесь можно пробу наглядно посмотреть. И здесь вот так они выглядят. Вот такое состояние, это считается идеальное, особенно вот этой ложки. Здесь немножко потертая, но здесь вот можно сравнить, что действительно не пользованная.